продукты. Я пошел покупать помидоры, а также редиску, чесночок, огурцы и дальше по списку. Я хотел вечерком замутить себе вкусный салатик. Я давно холостой, готовлю сам себе, но еще стойкий солдатик. Я подошел и услышал: все хорошо, я как раз собираюсь домой, милый мой. И купи вина и красной рыбки, сказала она мне с улыбкой. Еще оливье. Мы же на ужин идем к тебе. Я люблю домашний уют. Ты купи, я подожду тебя тут. Я вернулся через 5 минут. Ее не видно ни там, ни тут. Я стоял и нервно курил, и 15 минут тупил. И дошло до меня потом, какой изящный мне сделан облом. Ужин был, как в крутом ресторане, без нее и без денег в кармане. И смягчал я красным вином мой вечерний изящный облом. Овощи и фрукты, и прочие продукты —